Приветствую вас на программе «Фестиваль Манны». Сегодняшняя тема называется «Запутавшиеся христиане и запутавшиеся церкви». И эта тема посвящена не критике, а пониманию того, что нам нужно исправить в теле Христовом. Если вы пропустили прошлую программу, я советую ее посмотреть, потому что я говорил о репутации сатаны, которая не имеет никакой ценности или, говоря иначе, авторитета. Христиане не должны лгать, они должны говорить правду. Поэтому если христианин пересказывает какие-то непроверенные сведения, обвинения и повторяет их, особенно о церкви или служителе, то что происходит? Сатана, который является обвинителем, обретает авторитет, которого у него не было. Потому что вот что скажут люди. «О, они же должны знать, они были там, они в курсе, они знают его лично». И я понимаю, что бывают такие случаи, когда подтверждается то, что было сказано. И их не меньше. Я в этой сфере 47 лет и могу рассказать о множестве разных ситуаций. Была масса случаев, когда сказанное не соответствовало действительности, но это было предано огласке. Прежде чем перейти к делу, я расскажу одну историю, чтобы показать вам, насколько все может быть запутанным. При этом я не буду называть имен и мест. У меня есть друг, которого публично обвинили. Его фото было напечатано в газете, и о его отношениях с молодой девушкой писали во всех новостях. Ничего подобного не было, но как это доказать? Короче говоря, был один адвокат, не буду называть его имени, он один из лучших, который взялся за это дело. Он сказал, что во всем этом есть что-то подозрительное. Одним словом, эта девушка не пользовалась популярностью в своей школе. Все говорили об их сексуальных отношениях, она решила придумать историю. Она заявила, что пастор причинил ей вред. История получила огласку и разлетелась, а когда информация начала распространяться, девушка не знала, что делать. Родители узнали об этом, они подали иски, выдвинули обвинения, и в результате череды обстоятельств она призналась, что прочитала книгу «50 оттенков серого». Всю эту историю девушка полностью придумала, ничего не было. Все это было ложью, однако десятки тысяч людей услышали это, осудили пастора, говорили о том, какой он негодяй. На самом деле, это довольно интересно. Об этом раструбили во всех новостях, но когда ситуацию удалось исправить и юридически доказать и признать, что все было ложью, что же написали в газетах? Где это? Ничего не написали. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Люди должны быть осторожны. Но у нас есть несколько запутавшихся священников и церквей. Мир ожидает, что христиане будут совершенны, верно? Не допускать неудач и падений. Поэтому ваши друзья-грешники хотят, чтобы вы были идеальными, зная, что сами таковыми не являются. Христиане всегда должны быть такими спокойными, никогда не терять самообладание. Только не спрашивайте об этом Моисея, который ударил по скале, когда не должен был. Он ударил по ней дважды, и не спрашивайте Иисуса, который сделал кнут и перевернул столы в храме. Вы можете гневаться и не грешить, но при этом нельзя сбиваться с пути. Они скажут: «Я думал, ты христианин, я считал тебя христианином, мне казалось, что ты христианин». Христиане же не должны грешить. А если обнаружится, вдруг грешник узнает, что христианин на самом деле согрешил, о, они лицемеры. В книге Откровений говорится о семи церквях, к которым обращался Иисус лично, семь церквей. Это были самые сильные церкви в той части света во времена апостола Иоанна. Иисус хвалит две из семи церквей, согласно видению Иоанна. Например, церковь в Эфесе оставила свою первую любовь. Иисус был их первой любовью, но они охладели и оставили свою первую любовь. Согласно главам 2 и 3 книги Откровения, церковь в Пергаме позволила лжеучению, учению Валаама войти в церковь. В церкви в Фиатире были лжепророки и женщина, названная Иезавелью. Возможно, это имя было дано ей Господом, а возможно, так ее действительно звали. Она соблазняла мужчин в церкви, и не одного, а многих, а также
преподавала лжеучения. Церковь Сардисии считалась живой, но Иисус сказал: «Вы все на самом деле мертвы. У вас нет духовности. Вам кажется, что это так, но на самом деле в вас нет ничего. Вы являетесь пустой оболочкой трупа». Церковь в Лаокидии называли теплой. Иисус сказал, что они были настолько теплыми, что Он собирался извергнуть из уст своих. Итак, если говорить о церквях, то нужно знать три вещи. Во-первых, не существует идеальной церкви, потому что, во-вторых, нет идеальных людей. Христиане — прощенные люди. Христиане — это люди, которые пытаются возрастать в Господе. Христиане могут грешить даже после спасения, могут совершать ошибки и ошибаться в суждениях. И еще я хочу сказать кое-что о служителях. Я лично знаю сотни служителей, сотни, и мне известна их жизнь. Некоторые из них служат уже около 50 лет. Нет идеальных служителей, но есть много хороших, Божьих людей, помазанных и любящих Господа. И если вы достаточно долго слушаете кого-то, вы, скорее всего, будете с чем-то не согласны. Я говорю о ссорах. Вы когда-нибудь были не согласны со своим супругом или супругой? Говорили ли вы в такой ситуации: «Ну вот что, раз ты со мной не согласен, я ухожу и развожусь с тобой»? Нет, вы преодолеваете недостатки. Ради хорошего брака вам придется пройти через все это. Ради хорошей церкви вам придется преодолеть недостатки. Вам придется справляться с тем, что вы не всегда согласны. Вы можете не всегда соглашаться с тем, чему учат, с используемой методикой, с тем, как это делается. Но вы в церкви не для того, чтобы осуждать всех членов церкви, исходя из своего мнения. Вы здесь для того, чтобы поклоняться Богу, изучать Слово Божье и завоевывать людей для Иисуса. Так что я пытаюсь сказать вам следующее. В церквях всегда были трудности, потому что в них много овец. Я не скажу вам всего, что сказал мне один фермер, но вы читайте между строк. Он родом из Западной Вирджинии, но он сказал: «Везде, где есть овцы, есть и навоз». Возможно, он использовал другое слово, которое я точно не стану употреблять, но это правда. Овцы оставляют за собой беспорядок. Итак, то, о чем я хочу поговорить сегодня касательно церкви в теле Христовом, это то, что дал мне Святой Дух. В теле Христовом мы сталкиваемся с проблемой. Смотря на Новый Завет, мы понимаем, что такое грехи до спасения и после него. Грехи до вашего спасения и грехи после него. Многие церкви прекрасно справляются с привлечением заблудших, но проблема заключается в том, что после того, как человек становится членом церкви и впадает в грех, они начинают относиться к нему не так, как раньше. Приведу вам сейчас историю одного человека. Он рассказал, что был настоящим алкоголиком, спившимся грешником, а его жена ходила в церковь, и он слышал, как ему говорили: «О, мы любим тебя, брат, мы любим тебя, мы молимся за тебя». Они продолжали говорить о том, как они его любят, и говорили об этом в церкви, и он был спасен и принял Господа. Он никогда не испытывал такой любви. Они обнимались и радовались, что его имя записано на небесах. Они хорошо проводили время, верно? Но знаете, что он сделал? Он сказал: «Когда я снова начал пить, они готовы были меня выгнать. И я думал, где же эта любовь теперь, когда у меня проблемы, после того, как я спасен? И вы любили меня больше, когда я был полным грешником, идущим в ад, чем сейчас, когда я христианин со слабостями». Именно об этом я и говорю. Понимаете, я происхожу из так называемой старой школы полного Евангелия. Я служитель в четвертом поколении, у меня очень-очень строгое воспитание не только от моих родителей, сколько от деноминации, в которой мы состояли. Позвольте мне поделиться с вами одной новостью. Я помню, как в старые времена, подходя к алтарю, вас хотели очистить. Это совершенно не отражается на моем воспитании, если вы верите в это, мы, конечно, уважаем вашу веру. Но я помню, что женщины должны были укладывать волосы определенным образом. Нельзя было стричься, надевать украшения, краситься.
В те времена это считалось грехом. Сейчас, изучая Библию, нам известно, что есть обычаи, есть традиции, а есть грех. Даже с библейской точки зрения это можно разделить на три разные категории. Так что моя точка зрения заключается в том, что вас пытались очистить прямо в момент спасения. Иногда заострялось внимание на незначительных вещах, когда все это время осуждали людей по внешним признакам, но некоторых из них был такой большой рот с таким языком, что его можно было бы трижды обернуть вокруг машины. Конечно, это преувеличение, но вы понимаете, о чем я говорю. В этом был некий фарисейский дух, потому что фарисеи внешне выглядели прекрасно, но их проблема была в поведении. Во втором послании к Коринфянам 7:1, слушайте меня внимательно, есть грехи плоти и есть грехи духа. Грехи плоти зачастую заметны, а грехи духа невидимы. Не грехи Святого Духа, но вашего духа, потому что вы находитесь в теле, в котором есть плоть, душа и дух. Грехи плоти весьма очевидны в Библии. Павел в своих трудах неоднократно обращался к церкви. «Перестаньте блудить». Он предупреждал их о прелюбодеянии, пьянстве, воровстве. Все эти поступки продиктованы плотскими желаниями. Но вот что интересно, есть еще и грехи духа. В старые времена все проповедовали о грехах плоти, но кто проповедовал о грехах духа? Потому что грехи плоти зримы, а грехи духа невидимы, то есть они внутри. Они не всегда проявляются внешне. Вам неизвестно, что у человека на сердце. Грехи духа — это горечь, зависть, ревность и самый большой грех, с которым борются многие люди непрощения. Почему я называю их грехами духа? Потому что если вы испытываете горечь, зависть, ревность или непрощение, это оскверняет вашу душу и дух. Библия говорит о корне горечи, которая оскверняет многих, и слово «осквернять» описывает белую одежду, которая вся в пятнах, может, от напитков или еды. На одежде имеются пятна. Так и ваша одежда запятнана. Праведность, которую вы имеете в себе, запятнана из-за грехов духа. Вот что пишет Иоанн в 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, это не противоречие». Я сейчас поясню. То мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. 1 Иоанна 2:1. Еще один стих, который я хотел бы вам предложить. «И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Вот в чем суть. У меня есть хороший друг, доктор Френч Эрингтон, профессор греческого языка. По моему разумению, Иоанн, вот что говорит в этом стихе. «Возлюбленный, обращаясь к церкви, воздерживайтесь от греховного образа жизни. Но если вы согрешите, и это значит, что если вы оступитесь или впадете в грех, если это случится с вами, то помните, что у вас есть заступник перед Отцом, который в случае, если вы исповедуете свой грех, Он очистит вас от всякой неправды. То есть грехи после спасения покрываются так же, как и до спасения. Нужно исповедовать грехи, верить, что кровь Иисуса несет прощение, и просить об очищении и прощении. Таким образом, будь то до спасения или после спасения, вы точно так же обретаете прощение. Разница в том, что, будучи грешником, вы практикуете грех. И именно так поступают грешники. Если вы не знали, они грешат. Приняв Иисуса, вы становитесь новым творением. Все прежнее прошло, теперь все новое. Так что теперь вы больше не хотите вести греховный образ жизни. Но могут ли люди бороться? Вы шутите? Есть миллионы людей, которые любят Иисуса, ходят в церковь, дают пожертвования, участвуют в пробуждении, постоянно смотрят христианские программы, любят Иисуса, но у них есть жалоба плоти, и они сражаются, поэтому им следует сосредоточиться на Боге, который поможет им одержать победу и сказать: «Я хочу быть победителем». И тогда приходится вычеркивать из своей жизни то, что заставляет вас это делать. Но это уже совсем другая история. А вот тут-то мы и сталкиваемся с тем, что происходит сегодня на Земле, особенно в Северной Америке. Как вы справляетесь с грехом, который признали, исповедали или доказали в кругу церкви или среди служителей? Дело вот в чем.
Можно я скажу вам следующее? Если вы хотите поговорить о лидерах, которые потерпели неудачу, то у нас есть так называемый список неудачников Завета. Хотите узнать? После постройки ковчега и выхода из него Ной напился и в итоге проклял своего внука Ханаана. Авраам, Исаак и 11 сыновей Иакова страдали от слабости говорить не всю правду. Авраам и Исаак солгали, потому что боялись потерять жену. 11 сыновей Иакова солгали об Иосифе, сказав, что его убил зверь, и отец верил в эту ложь много лет. Однажды я сделал заявление, и я сказал, что это довольно забавно. Я бы вычеркнул это из Библии. Две дочери Лота, напоив его, совершили с ним инцест, потому что думали, что весь мир уничтожен огненным судом, и некому будет продолжить род человечества на земле, подобно потопу, который упоминается в еврейской истории. Гедеон и 300 человек с ним, победившие целую армию, изготовил золотой эфод. Самсон был бабником, Давид был убийцей, и прелюбодеем, священники в Ветхом Завете начали пить вино, они пьянели и извергали содержимое желудка на стол с хлебами предложения. Петр солгал, сказав, что не знает Господа, и отрекся от него. Вот к чему я веду. У всех этих людей, которых я только что перечислил, был какой-то завет с Богом. Петр верил в Иисуса, был апостолом, но в один момент потерпел поражение. Что же эти люди делают? Прочтите псалмы Давида. Давид постоянно раскаивается и сожалеет о содеянном. Прочтите, что сказал Петр, он отрекся от Господа, вышел и горько плакал, и все же при всех этих падениях, о которых я только что рассказал, посмотрите к Евреям 11, там описывается. Это настоящий призыв веры, где упоминается Гедеон, Самсон и Давид, и это говорит о том, что Господь восстанавливает людей. Вот это действительно интересно. Послушайте меня внимательно. Мне приходилось слышать, как люди заявляли, что если пастор, евангелист, учитель или служитель впадает в грех, то он больше никогда не сможет проповедовать. По ветхозаветному закону за прелюбодеяние могут побить камнями. Если проклинаешь Бога, тебя могут побить камнями. То есть вы говорите, что у Бога было больше милости к Гедеону, Самсону и Давиду по ветхозаветному закону, чем у Иисуса под его благодатью? Позвольте мне сказать, что вы ошибаетесь, потому что Бог хочет, чтобы люди были спасены. У Бога есть процесс, который называется восстановлением. Итак, речь пойдет о восстановлении. Что такое восстановление? Я дам сейчас вам величайший стих Галатам 6.1. «Братья, а также и сестры, если впадет человек, какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Здесь используется интересное слово «впадет». Во-первых, оно означает корабль, попавший в шторм и несущийся к скалам, где он будет разбит о скалы. Это слово означает «застигнуть». Корабль застигнул шторм. Другое значение слова встречалось в древнегреческом языке, описывающее борьбу носорога и слона. Носорог получает преимущество над слоном, настигая слона. Он берет свой большой рог и разрезает живот слона, ранит его, чтобы ослабить настолько, чтобы тот не мог сопротивляться. Это и есть слово «застигать». А в нем заложена идея чего-то внезапного, стремительного, что вас это ошеломляет и вдохновляет. В данном случае это искушение. Встречались люди, любящие Бога, но обстоятельства, в которых они находились, или обстановка, в которой они пребывали, открывали дверь для искушения, и они буквально были этим охвачены. Они не планировали и не предвидели этого, поэтому здесь говорится о том, что их постигла неудача. В переводе Библии Короля и Якова слово «неудача» употребляется 12 раз. Это означает занос, ошибку в суждениях, промах, беззаконием, так что это слово и имеет разные значения. Здесь говорится, что вы, живущие духовной жизнью, не те, кто общается в социальных сетях, и не те, кто сплетничает, а те, кто действительно духовный, кто живет молитвенной жизнью, восстановили того, кого постигла неудача.
И что это значит? В переводе с греческого «восстановить» означает врача, который берет вывихнутую кость и вправляет ее, или берет сломанную кость и выправляет ее до тех пор, пока она не станет здоровой. А теперь, самое главное, подумайте о себе, потому что если вы начнете судить, в Библии сказано, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Вот почему, если вы видите, что с кем-то что-то случилось, не злитесь, не вмешивайтесь, лучше скажите, знаете, что это между ними и Богом. Нам нужно молиться за них и не мешать. Вам лучше подумать о себе, потому что Бог может позволить вашей ограде упасть. То есть вы посылаете все эти горькие слова и слова ненависти, но Бог может снести вашу ограду. Поэтому, когда речь заходит о старейшинах и лидерах, у меня заканчивается время, но послушайте меня еще немного. Вы должны отделять. Этим занимаются старейшины, диаконы и духовное правление. Во-первых, отделяйте факты от вымысла, потому что в любой ситуации, когда происходит много событий, могут быть сказаны такие вещи, как «я слышал», но факты могут отсутствовать. Отделяйте факты от вымысла. Во-вторых, действительно ли человек, которого обвинили в преступлении, раскаялся от всего сердца? Иногда для этого требуется публичное покаяние. Это бывает нужно, а иногда нужно покаяться лично перед самим человеком, а также перед Богом. В-третьих, обратились ли они от проблемы, к которой столкнулись? Истинный смысл покаяния в том, чтобы обратиться и передумать. В-четвертых, каждому нуждающемуся в восстановлении требуется время на исцеление. Иногда нужно выйти из служения, социальных сетей, сделать все возможное, чтобы у вас было время на исцеление, а потом вернуться, когда вы исцеляетесь. Это и есть процесс восстановления. Жаль, что у меня мало времени. У меня есть еще записи. Может быть, вы через что-то прошли и хотели бы, чтобы мы помолили за вас. Мы проводим молитвенные собрания. И я хочу предупредить вас, не становитесь голосом сатаны. Не выступайте в роли противника. Иногда нужно переключить разум и уста в нейтральное положение и просто молиться за людей. И пусть Господь совершает свою работу, потому что Он способен восстановить. И всегда помните, что с тем судом, которым вы судите, вам придется однажды столкнуться сами. Друзья, мы верим, что это послание послужит вам и укрепит в вере. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Поддержите наше служение, и это видео смогут посмотреть еще больше людей во всем мире и познать Божью любовь. Будьте благословенны!